this great work. So valuable. But by and large, you know, people don't have to. Мы находимся на железнодорожном вокзале в Претории. Едем на скоростном автобусе. Территория церкви. Мы видим там три креста. Но это верующие, которые глубоко убеждены в спасении еврейского народа и мотивируют людей приехать в Израиль, благословлять. Вот Манфред приходит, видишь, он говорит, сейчас откроет здание, посмотреть. Палец поставил. И теперь мы идем в зал. И это их не основное место собрания. Друзья, здесь даже не знаю, как сказать, два служения в воскресенье, и это переполненное место. У них еще такая хвала и поклонение. Кофе и общение здесь после собрания. Любят всех людей. Любовь от Южной Африки. Хелфилд, христианская церковь. Я вам скажу, это просто удивительно. И люди здесь очень-очень открыты к служению еврейскому народу. Мы говорили, где-то служили около часа или полтора часа. И на этом собрании утреннем сегодня было примерно около человек 40. Так что и здесь, в Южной Африке, не просто есть евреи, но есть и люди, которые поддерживают служение еврейскому народу. Кончилось собрание. Мы находимся на территории здания, где церковь вмещает 8 тысяч человек. И сегодня было еврейское служение. Это было очень интересно. Замечательно. Я скажу, что свидетельство Татьяны было очень таким потрясающим для многих, очень удивительным и приятным. Люди были очень благословены служением. During the teenager years, although I would evangelize and still I would like to school, I would like to go discotheques, you know, like. Yevarechecha Adonai veYishmerecha Ya'er Adonai panav elecha. ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Ну что, мы готовы на прогулку? Все готовы? Машина готова, друзья готовы. Thank you.
находимся сейчас? Мы находимся в парке, там где животных. Много. В национальном парке. Ну, вот, фактически, это большая ферма, огромнейшая, где есть разные звери. И нас решили удивить. Здесь холоднее, чем я думала. Я чуть-чуть уже согрелась. Очень-очень холодно для меня здесь. Ну, здесь плюс 5-6 было. Плюс 5-6. А самое интересное, что я хотела одеть свитер, и все потеплее. Валентин мне говорит, не одевай. Зато ты кофе есть. Зато я кофе. Вот смотри, здесь уже руки трясутся. Попробуй, а попробуй его. Вкусно? Очень вкусно. Здесь не только есть дикие животные, но здесь так сделано, чтобы мы люди приехали, отдохнули, увидели и много что пережили. Так что такое интересное чувство, такой открытый зоопарк своего рода. Мы находимся на железнодорожном вокзале в Претории. Едем на скоростном автобусе.